Мы хотим вас пригласить на участок, рассмотреть вариант изделия от столярной мастерской, который может украсить ваш садовый участок. Для многих же остается вопросом, как же украсить свой садовый участок. Так вот, мы вам сейчас покажем, как это можно сделать. Компания Лесобаза РФ представляет для своих покупателей новое изделие, так называемое пергола, выполненное из дерева. Конструкция надежная, замечательно подходит для вьющихся растений, для роз, клематисов, а также для винограда. Данную перголу легко превратить в красивую беседку за счет вьющихся растений и подвесными кашпо. Здесь также можно разместить гамаки и в жаркую погоду устроить для себя приятный под теньком отдых. Или поставить стульчики и целоваться под луной. Такое сооружение представляет собой набор повторяющихся модулей, столбов, арок и тому подобное, соединенных поперечными брусьями. Оно может стоять отдельно от дома или использоваться в качестве защиты от солнца над окнами или террасой. Вдоль стенок перголы высаживаются вьющиеся растения. Они, опираясь на решетку, образуют плотный покров. Компания Лесобаза РФ не только может выполнить своей собственной столярной мастерской любое деревянное изделие, но и его покрасить в условиях цеха в любой желаемый цвет. Друзья, звоните, заказывайте, телефон на экране.